Здравствуйте, я Татьяна, и вы на моем канале, который так и называется, Татьяна Кельмяшкина. Сегодня я тестирую хлопок, он мне очень понравился. И кому это будет интересно, приглашаю к экранам. Кстати, особенно прошу задержаться тех, кто, как и я, долгое время думал, что хлопок это, ну, что-то неудобное для рук вязания, что-то жесткое, создающее рядность и вообще все что угодно, только не хлопок. Я последнее время говорю, что именно так я долго думала, говорила, и в комментариях писали мне, что да-да-да, Таня, мы понимаем. То есть сторонники были. Я тоже люблю шерсть, полушерсть, но никак не хлопок, писали мне, потому что вот то не то, это не то. Когда я познакомилась с некоторыми артикулами, сейчас вот навскидку могу сказать. Это голубой джемпер я вязала. Такой голубой хлопок органический от Схейпхес. Оля из магазина про клубочки мне его присылала. Я поняла, что я ошибалась. Далее, значит, если взять внимание, вот джемпер я сейчас вяжу из зеленого хлопка. Но у меня там все моточки уже, дело к концу идет, растрепанные. Я покажу вам лучше вот так вот. Леночка Орлова мне подарила. И этот хлопок мне Леночка Орлова прислала. Это, конечно, совершенно уже другая песня, не та скруточка, как вот в голубом, но не просто так я ролик сняла мягче хлопка, я пока не встречала. Но вот чувствую встречу, они на равных, потому что хлопок, который я вам покажу сейчас, тоже мягчайший. И вот как теперь? Еще один мягкий хлопок, хочется сказать. Я покажу вам этикетку. От того моточка возьму, где я вязала образец. И рукам, и глазам хлопок понравился настолько, что у меня просто нет слов. Да, если бы, говорю, такие хлопки встречались на моем пути, знакомство с ним, я бы никогда не говорила, что хлопок не мое. Вот, насколько я понимаю, вот здесь написано мерсеризированный хлопок. От мерсеризации здесь только блеск. Или я что-то не поняла. Если он мерсеризированный, то именно блеск. Потому что до этого встречался и блеск, плюс жесткость. Салфеточки вязать из него там, да, мне нравилось. А так я как-то любила больше без мерсеризации. Такой вот матовый. Мне казалось, он больше мягче. Здесь же блеск есть, а жесткости нет. Это уникальность какая-то. Значит, от Кати. Цвет 4, цвет шикарный. Просто шикарный. Вот этот легкий блеск еще дает. Я не люблю все блестящее, но здесь именно деликатно. Вот именно лоск какой-то придается. Мне очень понравился. Вот этикеточка, пожалуйста. Концерт Дубай Катя. Вот эти веточки, вот эти вот лаконичные, конечно же, этикетки, они меня сводят с ума. 50 грамм, 130 метров. Пожалуйста, что можно, что нельзя. И вот спицы рекомендуются 3,5-4. Я вязала на 3,75 кругленькие. И действительно, плотность здесь вот попала. 3,75 мне очень комфортно. Это, ну, та плотность, при которой получается полотно, меня полностью устраивающее для моей фигуры. Потому что я говорю, одно дело вяжет что-то себе девушка вся такая, даже если где-то что-то будет просвечивать, ничего страшного. И вот, хотел сказать, типа меня, да. Ну, я про себя говорю, я где надо уже думать, что прикрыть, что закрыть, где обтянуть, а где это делать не надо. Любимый момент для многих из вас, вы пишете, разберем пряжу на атомы и молекулы. Это вот такой, как я понимаю, полный шнур. Вы меня поправляете. То, где говорите, я лента назвала шнуром, то шнурок лентой. Я запросто. Но я же вам все показываю. Вы меня не слушаете, вы только смотрите. Вот и поправляете в комментариях. Это очень здорово. Вот так, если распушить шнурочек, который выглядит таким вот образом, то его можно расшебуршить вот до такой степени. Внутри, насколько я понимаю, ничего. Телефон. Итак, внутри, насколько я понимаю, ничего нет. Полый шнурочек. Но он связан так, что, мне кажется, потянешь, он будет распускаться. Я пробовала, у меня не получается. Но я вот потом за кадром, как ролик заканчивается, тяну, у меня все получается. Вот такая красота. В итоге вот так вот она приминается. Так она выглядит. Мне очень нравится. Вязать одно удовольствие. Образец связался. Я даже обычно люблю какие-то в процессе вывязывания сделать пару фотографий. Здесь я абсолютно ничего не сделала, потому что вот, ну, на одном дыхании у меня все связалось. Словами не описать мягкость. Естественно, никакой колкости. Вы знаете, если я полухлопок сразу полюбила, каким бы он ни был, полухлопок мое за мягкость. За мягкость, за нежность полухлопка.
то вот хлопочку я шла долго и упорно. Я рада, что пришла. Давайте посмотрим на образец потщательней, поближе, как это правильно сказать. В общем, образец будет у нас сейчас один в кадре. Итак, значит, вообще-то я не так положила. Вязала я вот, начиная с резиночки 1 на 1. Потом сеточка. Это просто 2 вместе накид, 2 вместе накид, которые я люблю вязать в окружении изнаночных. Моя мерешечка любимая. Но здесь нет. Здесь 2 рядочка провязать. Опять 2 вместе накид, 2 вместе накид. И, может быть, на какой-то другой пряже она бы как сетка не смотрелась, потому что вот бугорки брали свое. А здесь вот на хлопочке смотрится действительно хорошей сеточкой. Она везде смотрится по-разному. Сейчас девочки каких только сеток не предлагают в интернете. Что не летнее изделие, то свяжем сеточку. Но мне лень запоминать схему. Пересняли влево-вправо, запомнили, раз, два, три, пятый, а я не умею так, мне ж надо вот так. Значит, вместо путанки, лень было мне вязать путанку, здесь путанка тоже будет очень хорошо смотреться, я просто 3 лицевых, 1 изнаночную, 3 лицевых, 1 изнаночную, вот, может быть, даже моя футболочка будет через какое-то расстояние. Увидела у кого-то, говорю, это же мой рисунок, без схем, без всего, только там, кто через 5, кто через сколько делает эти изнаночные. Говорю, будут они заметны или нет? Они будут. Такая прям какая-то штришулечка, штришулечка на фоне, очень даже будут заметно. Платочная тоже неплохо смотрится. Резинку, естественно, хлопка не держит. У меня резиночка такая, она художественно, назовем, 3 на 1. Ой, 3 на 1. Вот, и 3 петли лицевых я еще немножечко как бы жгутиком вивала. Одну перед работой сделаю, две провяжу и одну. И мне очень нравится. То есть вот мне хочется где-то на рукавах и по низу изделия, возможно, пустить сеточку. Сама она будет лицевая, гладь какими-то, может быть, вот такими штришочками. Лето уж скоро кончится. Таня планов громадье на летние изделия. Это что творится со мной? Резиночка исключительно, какую бы мне взяли для антуража, она не выполняет свою функцию, ну и пусть не выполняет. В общем, сказать, что мне понравился образец, ничего не сказать. Кстати, он очень сильно изменился. До ВТО он был сморщенным и так далее. Многие... Вот мне, кстати, почему-то вот так вот лучше нравится. Многие образцы меняются. От скукоженных, кургузеньких становятся такие вот, ну, хорошенькие. Давайте посмотрим, как выглядел образец до ВТО. Так, ну что, в лучах уходящего дня я все-таки успеваю еще до темноты показать образец до ВТО. Это очень здорово. Я думала, что я завтра с утра прям ранехонько покажу, постираю, буду к вечеру ждать, когда высохнет. А он спокойненько высохнет, ну вот, за ночь. Итак, вот образечек до ВТО. Резиночка 1 на 1. Здесь 2 вместе накид, потому что хлопчик не исключено. Сеток много сейчас вяжут, но за все сетки мира будет отвечать вот эта сеточка. В образце все не посмотришь. Мне кажется, капельку-капельку он собрался косить в сетке, а потом просто в лицевой глади и через 3 петельки изнаночная одна, он опять выпрямился. Вот здесь он собрался косить. А потом на повороте переобулся. И вот резинка 1 на 3, но, значит, 3 петельки. Как бы жгутики я перевивала. Это вот те рисуночки, которые я, возможно, примерно буду использовать в изделии. Возможно, другие. Давайте размер посмотрим. Я люблю измерять под вот этой изнаночной полоской. Но, грубо говоря, 17, даже 17,3, если уж прям вот кто любит дотошненько. У меня примерненько. Вот 17,3 до 17,5 не доходит. И высота 14. 14, как говорили бабушки в деревне. 14. Запомнили. Ну что ж, я пойду стирать, и мы встретимся. Точнее, мы уже встретились в начале ролика. Раз вы смотрите это видео, значит, мы уже и постирались, и высохли. Все мы сделали. Ну и посмотрим размеры. Зафиксировали. Я-то уже на второй день все это делаю, а у вас-то секунды проходят. 19. Видите, по ширине мы немножечко раздались. Но это вот все, что было сморщенное и скукоженное, у нас расправило плечики. Не парю я образец. Я его просто очень тщательно, хорошо-хорошо раскладываю. Парить не парю. Цвет изумительный. Вот этот вот вообще просто. Я вообще люблю серый.
Ну, в общем, 19,5, если так уж, 19,6 может быть. Так, и по высоте. Так, до 16 мы не доходим. 15,5 переходим. Где-то 15,7. Это вот дотошненьким, если 15,5, может быть. То есть он раздался во все стороны. Он раздался во все стороны. И это здорово. Хлопчик обычно подсаживается. Но еще раз говорю, все-таки образец это образец. А как это сказать? Изделие это изделие. Сила тяжести у изделия совершенно другая, так крупненько, по-моему, да? Итак, наверное, на резиночке можно взять 3,5, но кто слабо вяжет 3, а вот мне 3,75 на основное полотно подошло более чем подошло на основное полотно. Давайте с другой стороны посмотрим. Вот бывает образец нравится, бывает образец как образец, а бывает вот даешь себе отчет, что образец получился классным. Он действительно понравился. Вот это тот случай. Образец великолепный просто. Великолепный. Мне понравился хлопчик. Ну, в меру, что ли, он мерсеризирован или мерсеризованный. Я когда-нибудь запомню, как правильно говорить. Вот если бы меня спросили, Татьяна, что в составе? Скажи, пожалуйста, вот хлопок, а, да, кстати, с изнанки я вам показала. Что в составе? Точно хлопок, а еще что? Я бы сказала, немножко шелка, вот какой-то, может быть, 3%, может быть, 5%. Вот хлопок как будто шелком. Или с вискозонькой, но вот что-то в нем такое есть, знаете, гламурненькое. И вот ошиблась, получается, 100% хлопок. Сейчас такие разные выделки, что ли, как это сказать-то, можно или нет. Один мужчина, когда я выхожу, у меня несколько кружочков обязательных тут по району, паркуляция. И когда я смотрю, погода хорошая, сажусь, значит, вязать образцы там или носочки, все что угодно. Сейчас забыл, когда я вязала, что я сейчас вся в образцах. Так вот он одну и ту же фразу, может быть, не помнит, может, просто мне приятно и хочет сделать. Женщину, говорит, которые умеют вязать, надо руки целовать. Сядь со мной на лавочку, тут одно и то же говорит. Я ж не против, пусть говорит. Вот. А потом он говорит, вы как пчелки, трудитесь и трудитесь. Это, наверное, мы рукодельницы. Так что, девочки, я вот своего позволения передаю всем привет. Мы как пчелки с вами трудимся и трудимся. Ну, это же замечательно. Когда трудишься в красоте, вот пчелки в цветах, а мы в пряже. Это же прелесть. Это просто прелесть, конечно же. И создавать красоту из красоты, мне кажется, это великолепие, просто великолепие. Всем прекрасных летних денечков, вдохновения на любые дела, вязание, не вязание. Главное, чтобы было вдохновение. Всего вам самого доброго и до новых встреч. А они обязательно будут.